Многие российские звезды в новогодние праздники отправились отдыхать в жаркие уголки планеты, на Мальдивы, в Таиланд, Индию, Дубай или на Майами. А вот Ксения Бородина всей семьей снова побывала в Турции. Ведущая «Дома-2» обожает эту страну и при любой возможности старается отправиться в отпуск именно туда. Все знают, как я люблю Турцию, ее колорит, турецкие сериалы и все, что связано с ней. Новый год только наступил, а я уже побывала в Турции, в Аланье на дне рождения у Дарьи Пензарь. Моя красотка с твоим днем. 33, такой прекрасный возраст, плюс красивая цифра. Ты у нас позитивная, зажигательная и жизнерадостная, оставайся такой всегда. Поздравила подругу Ксения. Экс-участница «Дома-2» Дарья Пензарь вместе с мужем Сергеем и ребенком переехала жить в Турцию в марте прошлого года. И вот теперь она рассказала Бородиной о всех плюсах и минусах жизни в этой стране. Я почувствовала энергетику этого города и поняла, почему Сережа с Дашей живут именно здесь. Призналась Ксения. Мы их попросили показать нам варианты недвижимости, апартаменты и виллы, и рассказать, почему же жилье так популярно в Алании. В результате январская поездка оказалась для Бородиной судьбоносной. Она решила всерьез приобрести недвижимость в Турции, тем более, что они всей семьей и так бывают в этой стране по несколько раз в год. Мы посмотрели несколько комплексов и задумались о покупке, реально удобно, все, что нужно для отличного отдыха, поделилась Ксения. Сейчас она ищет подходящий вариант.